В экранизациях, во всех, которые я видел, там достаточно откровенные постельные сцены, ну, хотя бы сам совращение той же Сесиль. Что у вас происходит на сцене в этом смысле? То есть, у нас очень пикантные сцены существуют. Mm-hmm. Естественно, когда мы говорим о страстях, то мы не можем миновать... Вам виднее, можете или не можете. Мы не можем. Мы не смогли этого миновать. Так. И у нас есть несколько сцен. Соблазнение, совращение, сцены любви, которые очень пикантно и очень с большим тонким вкусом художников и, прежде всего, Павла Чехомского представлены на суд зрителей. Костюмы таковы, что вот одеваешься в эти костюмы, и ты уже становишься не самим собой. Поэтому вот в обнажении есть эстетика, безумно красивая эстетика. Мы, три актрисы, которые, каждый из нас имеет какие-то такие сцены, мы получаем от этого удовольствие. Поскольку все так изысканно, тонко, и, мне кажется, вот женское белье того времени, это уже произведение искусства. Уже хочется, вот уже хочется, чтобы тобой восторгались, восхищались, уже хочется прикосновения, хочется, в общем, хочется. Наш спектакль о желании. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».